Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre sistemul de sănătate, despre protestul organizat astăzi de către membrii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și revendicările pe care le-au cerut aceștia. Aceste aspecte, dar și altele, vom încerca să le discutăm împreună cu Vladimir Odnostalcu, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Și urmează între timp să ni se alăture și Lilia Onea, președintele Centrului pentru Informare și Comunicare în Sănătate. Domnule Odnostalcu, pentru început, haideți să explicăm telespectatorilor noștri ce s-a întâmplat de fapt astăzi în fața Ministerului Sănătății și care a fost scopul acestui protest. Vă rog! Добрый вечер. Еще раз спасибо за приглашение. На самом деле, то, что сегодня произошло, случилось еще два месяца назад. Это было в конце предыдущего года, когда правительство своим постановлением 1020, изменениями в это постановление, утвердило новые расценки на медицинские услуги. Дело в том, что сейчас, на днях буквально, эти нормы вошли в силу. То есть люди, которые идут в поликлинику, ложатся в больницу, они должны оплачивать согласно новым расценкам. Соответственно, есть в обществе возмущение, и мы знаем, что на сегодняшний день это все очень дорого. Это первое. Второе, люди не зарабатывают таких денег, далеко не зарабатывают таких денег, чтобы позволить себе сходить к тому же стоматологу по новым расценкам. По старым сложно идут, а по новым тем более. И, соответственно, сегодня мы вышли к Министерству здравоохранения для того, чтобы... Надеюсь, что оттуда выйдет министр, как минимум замминистра, который ответит на наши вопросы. И сегодня был, я думаю, что это одна из первых акций, потому что тема на самом деле серьезная, касается она, у нее нет ни политического, ни религиозного, ни национального подтекста или оттенка. Это тема, которая касается всех граждан Республики Молдова. Haideți să vedem. Ministerul Sănătății, Ministerul de Resort, a venit cu opoziția, a ieșit cineva să explice de ce s-a luat aceste decizii, ce ne așteaptă pe viitor, în cine va lovi în primul rând aceste decizii și mă refer aici la persoanele din mediul rural, persoanele neasigurate care au și așa un trai destul de anevoios? Da, давайте начнем с того, что... Da. Больнее всего, будем говорить, как оно есть, это ударить по самым уязвимым слоям общества. Понятно, что это будет бить в первую очередь по сельскому жителю, который на сегодняшний день зарабатывает копейки. Это будет бить по безработным, которых сегодня у нас в стране больше 74 тысяч. Это только официальная статистика. Сколько их есть на самом деле, сложно сказать, но я думаю, минимум в два раза. Потому люди не надеются на помощь от государства и не идут, и не становятся на учет в территориальные агентства занятости населения. Это ударит в ту же самую степень по тем же многодетным мамам или просто мамам. Почему я говорю? Что, с одной стороны, да, государство сегодня де-факто оно обеспечивает ту же маму с ребенком бесплатным полисом. Это страховая медицина, оно защищено, и мама, по идее, идет в поликлинику. Но когда она туда приходит, мы все прекрасно знаем. Во-первых, ей нужно взять у семейного врача направление. Билет медикал. Она с этим направлением идет к специалисту. Ну, допустим, это кабинет УЗИ. Кабинет УЗИ, мы все знаем, какие очереди сегодня там стоят. Ей говорят, придите, пожалуйста, через две недели, в лучшем случае, через месяц. Ребенок требует лечения и вмешательства медицинского сегодня. Значит, интервал для темпы не часть. Конечно, конечно. И самое главное, нужно отметить, на сегодняшний, вот я смотрел после обеда буквально уже реакция на наш протест министерства. Они очень громко написали, что весть обуны. Хорошая новость, что эти изменения не коснутся обладателей и тех, кто оплачивает полисы медицинского обязательного страхования. На самом деле, вот тот один пример я вам уже сказал, другой пример. На сегодняшний день этот полис, как работает полис? Вы приходите в поликлинику, записываетесь к доктору, своему семейному врачу. Если вы хотите раньше попасть, нежели чем он может принять, либо пойти к другому доктору, вы оплачиваете. Вы платник, вы идете оплачиваете это все. Также и с анализами. Если сегодня, например, тоже УЗИ, либо другие медицинские услуги, которые сложнее, либо электроэнцефалограмма, например, та же ЭГГ. Да, мы знаем, там есть очередь. Вот если мы пойдем в Костюженский неврологический диспансер, там у нас очередь вперед на месяц. И ты должен сдать. А вмешательство нужно сегодня. Конечно, как у нас люди поступают? Если человек приезжает с района, это специализированная больница, единственная в республике подобная, он не будет приезжать еще через месяц, потому что это расходы на дорогу, это еще один день. Он идет и платит.
и платит полную сумму. Поэтому на самом деле это будет касаться не только тех, кто не имеет полюса. Важный момент еще те, кто не имеет полюса. Это самые незащищенные, потому что вы все слышали, я думаю, телезрители тоже слышали случай, когда арестовали гражданина, он просидел 30 суток. Когда накладывается штраф за то, что ты не можешь позволить себе купить подобный полюс. И эта категория населения, раньше они были, им на них, будем так говорить, государство не уделяло внимания большого. На сегодняшний день вообще будет все равно. Я извиняюсь, конечно, за язык несколько недипломатичный, но будем говорить так, как оно есть, так как люди об этом говорят. И на сегодняшний день, к примеру, я вернусь к цифрам, я не буду далеко ходить. Прием врача, специалиста, стоил 21 лев. Сегодня он стоит 90 лев. 60 лев, 63 лев практика. Это 300%. 300%, это не шутки, это первое. Вот обычный первичная консультация стоматолога. Вот я сделал выписку буквально 15 позиций. Если раньше она стоила 19 леев, сейчас она 107 леев стоит. Понятно, мы понимаем, что есть цены на услуги, которые необходимо корректировать каким-то образом. Но, во-первых, это должно быть обязательно аргументировано, должна быть понятна методология, из чего состоит эта цена. И это все должно быть прозрачно. На сегодняшний день этого нет. Domnule, на сталку luăm o mică pauză, după ce revenim în studio la discuție. Domnilor și domnilor, am revenit în studio la discuție. Între timp ni s-a alăturat și Lilia Onea. Doamna Onea, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am găsit. Discutam la începutul acestei ediții despre evenimentul de astăzi, despre protestul care s-a desfășurat în fața Ministerului Sănătății. Vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. De ce aceste evenimente au luat amploare acum și cât de justificate sunt majorarea prețurilor? Domnul deputat ne-a arătat cazuri când practic sunt costuri de lei mai mult pentru anumite servicii. În ceea ce privește majorarea tarifelor, din punctul nostru de vedere, este absolut corect că s-a produs și s-a întâmplat această hotărâre de guvern. Ea era absolut necesară și era necesară nu astăzi și nu în 2017, dar acum cel puțin în 2013. Pentru că ea, într-adevăr, această hotărâre de guvern și aceste tarife trebuie să se modifice odată la 2 ani, ținând cont de schimbările care au loc economice și sociale în Republica Moldova. Deci asta era chiar neapărat pentru sistemul de sănătate. Dacă vorbim despre lucrătorii din sistemul de sănătate. De ce nu s-a făcut în acest interval de timp? Ați spus că odată în 2 ani trebuie să fie făcute. De ce nu s-a făcut? Cred că nu a fost, nu pot să răspund acum, că nu sunt la guvernare ca să dau un răspuns, dar bănuiesc că tocmai pentru faptul că este nepopulară această hotărâre de guvern și iată aceste manifestări care astăzi au avut loc, de fapt asta și demonstrează. Este nepopular să majoreze serviciile medicale, costurile serviciilor medicale și de asta nu și-a luat nimeni această responsabilitate să o facă, pentru că nu este popular. Haideți să vedem. Lovim în oamenii simpli, spunea domnul deputat între timp, vorbim de persoanele care nu au polițe, care nu sunt asigurate, pentru că ceilalți ni se asigurau că nu va, cum au beneficiat de prevederile poliției de asigurare, așa și va rămânea. Eu zic că subiectul este cu două capete. Vă rog. Pe de o parte, da, într-adevăr, această hotărâre de guvern este absolut necesară pentru sistemul de sănătate, pentru că, într-adevăr, s-au produs foarte multe schimbări în sistemul de sănătate, iar mai mult ca atât, în sfârșit, se doresc reforme, cel puțin se declară că se doresc reforme deja de sus în sistemul de sănătate. Și da, asta e nevoie de bani mai mulți în sistemul de sănătate. Și aici e mult de vorbit, pentru că vorbim despre reforma spitalicească, vorbim care era nevoie de mult,
iarăși spun, și nu de acum, nu în 2017, ea trebuia iarăși să se fie întâmplat prin 2011, chiar și 2009, când era deja gata un proiect făcut de către Banca Mondială cum să se reformeze sistemul de spitalicesc. E nevoie și de reformarea asistenței medicale primare, ceea ce astăzi se întâmplă pentru că reforma nu a fost dusă până la capăt. E nevoie și de reformarea sănătății publice sau, mai simplu vorbind, sanipidul, așa cum o știe toată lumea, care iarăși de mult trebuia să se producă. Orice reformă solicită resurse, inclusiv resurse financiare. Deci, asta pe de o parte. În ceea ce privește oamenii cu polițe de asigurare medicală, am auzit ce a spus domnul Odnostalco, domnul da. Deputat, în ceea ce privește accesul fizic al persoanelor propriu-zis, cei care au polița medicală la serviciile medicale. Da, din păcate așa este. Și se întâmplă acest lucru tocmai pentru că nu au fost aceste reforme. Tocmai pentru că avem un sistem foarte învechit din punct de vedere de acces. Astăzi la medicul de familie este foarte greu să ajungi. Toată lumea știe. Și poate că dacă s-ar fi întâmplat această descentralizare de care tot bubuie, hai să-i spunem așa, societatea de ani buni de zile, dacă s-ar fi întâmplat așa cum trebuie, nu doar pe hârtie și nu doar declarativ, probabil că astăzi n-am fi ajuns în situația în care suntem. De atâta, din punctul meu de vedere și al nostru, din punctul nostru de vedere, această schimbare, această hotărâre de guvern care prevede majorarea tarifelor medicale ar trebui să meargă mână-mână cu reformele din sistemul de sănătate. Dacă asta nu se va întâmpla, atunci cu siguranță va avea un impact negativ. Domnule deputat, am văzut că ați luat și anumite notițe. Aveți ceva completat? Vă rog. Da, prima. Da. Я прошу обратить внимание, сегодня люди требовали не снижения тарифов, не снижения тарифов. Сегодня люди говорили о справедливости в отношении перерасчета. И я повторюсь, правительство не говорит о перерасчете, оно говорит о повышении, и вы об этом сказали 7 раз сейчас. Что касается повышения тарифов, да, я согласен, есть моменты, где объективно, к примеру, на сегодняшний день операция по удалению гланд стоит 83 лея. Объективно. Команда докторов, значит, медикаменты и так далее и тому подобное не могут обеспечить, не могут войти в эту сумму. Но с другой стороны, мы сейчас попадаем в какую ситуацию? Что для платников эта сумма увеличивается до 500 леев. Вы платник, я застрахованный. Но у нас есть тот же шприц, он стоит не один лея, а два лея. Получается что? Что вам будет оказываться услуга лучше, чем мне? И у нас это очень важно. Почему? Потому что на 83 лея команда докторов не сможет обеспечить, исходя из точки зрения инструментария. То есть у них не будет достаточно медицинского оборудования, у них не будет медикаментов достаточных, свет для них... Кстати, Саша, 83 да. лея, говорим о тарифе актуал или о тарифе актуал? 83 да. лея. Да, спонес до 500? 500. 500 че, Коста? Операция. Операция удаления глаз. Păi, да, unde scrie această... Это новый регламент. Asta nou regulament. Да. Păi, înseamnă că 83 a costat anterior. Да. Păi, asta este și astăzi este 500. Да. Но для застрахованных лиц, что министерство говорит, что для застрахованных лиц цена остается 83 лея. Eu asta n-am înțeles. Она остается... Секундочку. Дело в том, что калькуляция... Да. Дело в том, что калькуляция для платников... Она идет согласно решению правительства 1020. Формула расчета стоимости полюса, угу. она идет согласно закону об обязательном медицинском страховании exact. 1585. Exact. Так там другая формула расчета. Что мы имеем? Что вы как платник, который пришел, заплатил в кассу и получил эту услугу по удалению гланд, вам она стоит 500 леев. Она покрывает все расходы по осуществлению этой услуги. Я плачу 83 лея полюсом, да? Она не покрывает этой стоимости. Объективно, потому что медицинское оборудование, медицинские материалы, они стоят дороже. Будем говорить, как оно есть. Аша есть, да. Возникает вопрос. Разницу между реальной ценой и разницу между тем, что сегодня предусмотрено в полисе, кто будет платить? Первый момент. Это логика какая? Логика в том, что в следующем году увеличится обязательно стоимость полиса медстрахования. Потому что, как вы сказали, в систему должны идти деньги. Это подразумевает логично изменять и решение правительства, и потому как
услуга, метод расчета, методология расчета услуги, она как для платного пациента, точно так же, как и для пациента с полисом, одна и та же. Это никто не отменял. Следующий момент. Насчет качества услуг. Да, мы хотим их выше, конечно, понять, но давайте будем говорить так. Мы приходим, к примеру, в частную медицинскую клинику в городе Кишиневе. Мы когда туда приходим, мы видим оборудование, мы видим само помещение, мы видим отношение персонала на самом деле совершенно другое. Будем говорить, да, сервис. То есть все это оплачивается дороже, чем даже в государственной поликлинике, даже с чеком через кассу. Но мы там имеем эти условия. На сегодняшний день нам государство говорит, вы платите больше, оно говорит именно так, и мы вам потом это дадим. То есть это инвестиция на Луну. По практике защищенности, как у нас поступает наше правительство, никто не будет платить. Это то же самое, что пенсионная реформа. Люди не хотят платить страховые взносы. Почему? Потому что, а может быть, я когда-то выйду на пенсию, а если украдут миллиард, что будет? Это логика наших людей. А следующий момент. Пациенты будут урма самерга ла клиничле привате на честь ситуации? Я не думаю, что они пойдут в приватные клиники, потому что это дорогое удовольствие, будем говорить так, как да. оно есть. Но возвращаясь к вопросу о необходимости денег в систему. 7 лет назад бюджет ФАОМа был 3 с копейками миллиардов лей. Сегодня он 5,4. Да. Услуги те же. За некоторым увеличением. За некоторым увеличением. Да. Зарплаты, они повышались, не повышались, а просто перерасчиты с точки зрения инфляции и увеличения цен. Реального повышения не было. Кроме вот сейчас этой симуляции, которой еще все недовольны, это другой вопрос. Вопрос, куда уходят деньги? С учетом того, очень важный момент, мы сегодня обсуждали, что много оборудования, которое приходит в онкоинститут, которое приходит в диагностический центр, это оборудование, оно приходит на деньги спонсоров. Это оно стоит либо совсем малые суммы, либо грантовые деньги. И это есть. К примеру, мы знаем помощь японцев, как да. они нам помогли. Да? То есть это вопрос амортизации. Если мы говорим, используем хорошее оборудование, но оно нам приходит за деньги некоммерческие, будем так говорить. Соответственно, это тоже не аргумент. Следующий момент. Вы говорите, параллельно да. должно идти, я вот закончу да. буквально, она должна идти реформа ценообразования, она должна идти параллельно всей реформе здравоохранения. Абсолютно. Совершенно согласен. Необходимо учитывать все факторы для того, чтобы дать качественную услугу. Но на сегодняшний день у нас реформа здравоохранения, она как проходит? Давайте мы закроем X, Y и Z, сделаем, например, 2X региональную больницу, это та компания, которая сейчас вот начала с информационным министерством. Вот. И за счет этого у нас повысится качество услуг. Почему? Потому что зачем инвестировать в роддом, либо хирургическое отделение района Басаребяский, которое нерентабельно, слово вообще геноцидное по отношению к здоровью, вот, нерентабельно, мы его закроем и уничтожим больницу. Проект, я думаю, вы знакомы с ним по Бессарабке, точно так же Полёва, по другим центрам. Понимаете, этот опыт они взяли из опыта Хорватии. У нас были слушания где-то год назад, немножко больше, в рамках нашей комиссии они устраивались, и тогда был эксперт, из Хорватии в рамках Всемирной организации здравоохранения, который рассказывал о том, как это все хорошо. После этого был визит, я не был в Хорватии, честно скажу, коллеги по комиссии туда ехали и знакомились с практическим применением тех положений, о которых нам говорили. Так я вам скажу, что, вот как говорили мне коллеги по комиссии, доктора тамошние, не надо это делать, это страшно, что происходит. Нам пытаются этот опыт навязать. Почему это все происходит? Потому что есть определенные внешние условия, я не побоюсь, надо говорить так, как оно есть. Они прописаны в договоре об ассоциации с ЕС, они прописаны в договоре о получении кредитов. Эти все условия необходимо выполнять. Но их необходимо выполнять, как вы говорите, грамотно, с учетом всех факторов, с учетом того фактора, что у нас на сегодняшний день население должно иметь возможность оплатить эту услугу. Domnule deputat, haideți să aflăm și punctul de vedere a doamnei Ionea. Sunt foarte multe momente da. Aici. Haideți să le luăm de la un capăt așa. Da, haideți să le luăm pe rând. Da. Ceea ce am rămas un pic surprinsă, hotărârea 10-20, că acum am să vorbesc un pic tehnic, da, și hotărârea 14-60, dumneavoastră spuneți că sunt diferite hotărâri.
El, așa eu am înțeles? Sau poate eu incorrect am înțeles? Nu, уточняй, sorry. Значит, 1020 это решение правительства, 1586 это закон об обязательном медицинском Legea asigurării obligatorii de asistență medicală. Dar noi astăzi, practic, avem hotărârea 1460, așa să vorbim, care vine cu tarifele noi. Aceste tarife noi, din câte am reușit noi să le examinăm, pentru că trebuie să spun ceea ce este. La ora actuală, practic, este imposibil să găsești această hotărâre de guvern dacă o cauți pe internet. De ce? Ați găsit-o pe internet? Nu cred că pe internet. Deci pe internet, dacă o cauți, nu o găsești. De ce? Pentru că mai urmează după data 10 când a fost publicată, deci ea trebuie o perioadă de timp, aproximativ vreo 3 săptămâni, să treacă ca să apară. Da. Așa, una la mână. Doi, până la urmă am făcut rost de această hotărâre de guvern. Este modificată din ceea ce am reușit noi să frunzărim și să vedem. Deci, sunt modificate aproximativ 50% procente, adică jumătate din toate serviciile medicale care sunt acolo, sunt modificate, sunt schimbate tarifele pentru aceste, pentru aceste proceduri, pentru aceste servicii medicale. Și nu pot să spun exact acum care e procentul, deci a fost, dar foarte multe servicii medicale au fost adăugate, care nu au mai fost. Da, reieșind din considerentul că sunt servicii de laborator, când spunem echipament nou, da, modernizat, inclusiv din partea donatorilor externi. Da? Dar sunt și servicii absolut total noi, de exemplu, care pe mine chiar m-au surprins, pentru că știu că la început, în 2015, aceste servicii au fost suspendate de către actuala guvernare. Nu au fost primite pentru că se dorea această modificare. Servicii care țin de serviciile de îngrijire timpurie pentru copii, da, cu diferite afecțiuni. Deci asta în sfârșit apare în această hotărâre de guvern și slavă Domnului că apar. Așa, din ceea ce am observat eu, modificările, da, într-adevăr sunt. Și într-adevăr sunt până la 5, până la 10%. Sunt greșeli de ordin tehnic care am observat. Bună oară, ca să... Nu. Sunt greșeli de ordin tehnic care eu le-am observat în această hotărâre. Și apropo, ține și de legea salarizării. Da? Bună oară, medicul specialist spune că acum consultația costă 90 de lei. Pe de altă parte, apare încă două aliniate unde apare costurile pentru consultația medicului categorie superioară, categoria 1 a 2 și fără categorie, care apare fără modificări ca și în vechea hotărâre de guvern. Ceea ce eu bănuiesc că asta trebuie exclus din această hotărâre de guvern. Așa, deci asta este ceea ce am vrut eu să convin, că nu vorbim despre două hotărâri de guvern diferite. Respectiv, aceste hotărâri de guvern sunt, adică aceste tarife sunt valabile atât pentru sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, adică pentru acele 86% asigurate, cât și pentru cele neasigurate, ceea ce înseamnă compania urmează să ia în calcul aceste tarife. Întrebarea este când va lua compania națională în calcul aceste tarife, dacă deja contractarea pentru instituțiile medico-sanitare s-a produs pentru 2017. Deci înseamnă că mai urmează să se întâmple niște acorduri adiționale. Când vor intra acestea în vigoare? Astea tot sunt întrebări care astăzi Ministerul Sănătății nu răspunde la aceste întrebări. Mai departe, ceea ce este bine din punctul meu de vedere este că, da, într-adevăr trebuie să avem o asigurare, odată ce este obligatorie trebuie să avem 100%, da, spre asta tindem. Într-adevăr, îi va impune pe cei care nu sunt asigurați, dar acuși revenim la acele categoriile care nu sunt asigurate, îi va impune să procure această poliță medicală. Acum, dacă vorbim despre calitatea serviciilor prestate în cadrul sistemului de asigurare obligatorie medicală, aici avem mult de discutat. În primul rând, accesul fizic. Hai să-i spunem asta simplu. Dacă la nivel de Chișinău, Bălți, încă merge povestea, da, mai putem răbda, putem să ne programăm la telefon,
Și asta este foarte comod, slavă Domnului. Păi eu nu știu ce se întâmplă, este foarte... Ba da, știu ce se întâmplă, că am vorbit cu pacienți de acolo. Este foarte greu accesul fizic al pacienților la nivel de sate. Deci nu spun de raioane, dar sate. Că deja cu raioanele tot un pic este mai ușor, da? Pentru că e în oraș, e acolo, e mai mult ori mai puțin comod. Da? Aici este destul de complicat. Chiar dacă avem oficii de sănătate, chiar dacă avem centre de sănătate, totuși avem puțini medici astăzi de familie. Și noi știm foarte bine că avem un deficit foarte mare în sistemul de sănătate de medici de familie. Ei nu vor să meargă acolo. Acum, dacă îmi puneți întrebarea de ce nu vrea să meargă un medic acolo, este foarte simplu. Dar de ce să mă duc eu la țară, unde eu, ca tânăr specialist, nu pot să-mi fac nicio familie, n-am unde să-mi educ copilul, n-am cu ce să merg. Nu am posibilități de a profesa până la urmă. Și până la urmă nu prea am posibilități de a profesa. Deci asta e o problemă foarte mare și nu ține doar de sistemul de sănătate, bănuiesc eu. El ține în general pe ansamblu de dezvoltare a statului Republica Moldova. Nu mai vreau să vorbesc despre calitatea serviciului. Deci asta doar accesul fizic. Este foarte greu până ajunge pacientul la medicul de familie. Da, și într-adevăr el este nevoit, așa cum spunea domnul deputat, că este nevoit uneori să meargă la raion și să apeleze direct medicul specialist. Se plătească? Nu se știe dacă lui trebuiește oftalmolog sau poate îi trebuiește un, nu știu, oricare un orelist, specialist, să zicem. Da? El merge direct acolo pentru că simte că pe dânsul îl doare ochiul, dar nu știe care este cauza că îl doare ochiul, știi? Și se duce imediat acolo. Este adevărat că plătește aiurea și vă plăti mai mult. Da? Asta este marea problemă. Tocmai de asta spun că reformele trebuie să meargă împreună. Tocmai de asta este important să înțelegem astăzi, poate domnul deputat știe, dar eu, de exemplu, nu știu în ce constă reforma asistenței medicale primare pe care și-o propune astăzi Ministerul Sănătății. Știu ce a fost înainte, dar astăzi eu nu cunosc. Domnule Odnăstalcu, da. Mai multe aspecte. Calitate, când se va lua în calcul aceste prevederi, prețuri și așa mai departe. Mai multe aspecte au fost invocate de doamna Onea. Vă rog să le răspundem. Я думаю, более чем 50% было увеличение, однозначно. Потому что я изучил вот из всех 4000 позиций, там больше 50%. При этом надо отметить очень важный факт, который министерство тоже не может объяснить. Есть позиции, которые удешевились 5, 7, 10 лев. Вилка. И возникает вопрос, какая методология была использована в этом случае, почему так? Что они дешевле стали стоить, либо тот же доктор, который исполнял эту услугу, стал меньше получать. То есть это говорит о чем? О том, что тарифы, которые были переделаны сейчас, они брались, не побоюсь слова, с Луны. И об этом Центр по борьбе с коррупцией, пожалуйста, я его с собой принес заключение, очень четко описывает. Не знаю, есть ли оно у вас, могу вам... Да, дать. Я там читаю. А, вы уже читали, да? Об этом четко описывает, что нет прозрачности в методологии, значит, составления цены. Это первый момент, очень важный. Второй вопрос очень важный. Что вы говорите по доступности? Да, действительно, на сегодняшний день есть проблема доступности. И это самая главная проблема. И эта проблема касается не только обычных граждан, и инвалидов, и студентов, и так далее. Я же саграбат пил ультима 100 метров, ультима я, но... Ну, это все пока не случилось. Следующий вопрос очень важен. Например, мы говорим о страховой медицине. Сегодня диабетики, диабетики, вы знаете, для них сегодня лекарств нет. Он сегодня инвалид, получает 500 лей группы, идет и покупает за 300 лей. Сегодня женщина мне сказала 1800, я не знаю, буду проверять эту информацию. Себе инсулин, ну куда это годится? Дальше, следующий момент по поводу семейных врачей. Вы правы, здесь 1:3 у нас сегодня есть. Если у нас необходимо по норме 1:3, это катастрофическая нехватка. При всем, что семейные врачи, они живут лучше, чем остальной персонал. Будем говорить так, как оно есть. Да, у и них, я у Саларии или Дестуль Демари. У них зарплата, не думаю, что большая, но больше, чем у остальных. Я зик 11-10 000 de lei la țară să primești, este o sumă destul de bună. Я думаю, что это получают руководители центра семейных врачей, не более. Следующий вопрос. Ценят конт, la oficiile medicilor de familie, ei тот sunt și manageri, și medici, așa că... Да, да. Ну, дай бог, доктора учились не много лет, не 5, не 7, а 10. Они заслужили это, тем более нам необходимо здоровье. Следующий момент, очень важный, на который я тоже не могу найти для себя четкого ответа. Если на сегодняшний день у нас, мы знаем,
примеру, гинеколог. Я был, я видел, как стоят женщины в очереди, они все записываются, все приходят и так далее и тому подобное. Но я видел прекрасно, когда запускается вне очереди пациентка. И она запускается, потому что у нее в руках есть чек. Она платник, она оплатила, она без полиса, и она проходит без очереди. И это тоже есть проблема. Здесь возникает вопрос, почему проблема? Потому что у докторов будет мотивация принимать больше платных. Потому что он за день примет 3 платных, к примеру, по 107 леев. Да? Sunt de acord cu dumneavoastră. Вот, dacă здесь... nu se rezolvă managementul în cadrul instituției, pentru că eu cunosc instituții care știu să-și păstreze pacienții și au stimă față de ei. Absolut, indiferent, au poliță medicală sau nu. Și apropo, se întâmplă la sate, în raioane, acolo unde se lucrează individual, unde medicul își cunoaște pe nume pe fiecare pacient și îl știe cum trăiește și care e viața lui. Deci acolo variante de genul ăsta nu se întâmplă. La noi, când vorbim despre AMT-uri, da? Niște giganți enormi care nu înțeleg ce mai fac astăzi în epoca noastră în asistența medicală primară, asta se întâmplă. De asta și spun, reforma, dacă nu se va întâmpla, când medicul de familie va fi medic de familie, nu pe scris pe ușă sau pe foaie, când el habar nu are cine sunt aceștia 2000 de pacienți și nu-i vede, are, da? Dar când el va avea o practică, dacă vreți, eu de exemplu militez chiar pentru o practică liberă a medicului de familie, pentru că eu atunci am să-mi cunosc pacientul, eu am să am altă atitudine față de el decât atunci când eu am mii de pacienți și sigur că da, mie mi este mult mai convenabil să-mi se plătească în casă din care eu n-am un anumit procent decât să-mi vină pacientul pe care nici nu știu și de obicei cei care sunt cu polițe medicale, știm foarte bine 15 categorii asigurate de guvern care constituie aproape 60% din persoanele asigurate, da? Astea sunt persoane cu cele mai multe probleme sau riscuri de sănătate, să vorbim așa. Nu, nu, если мы возьмем студентов, их большая армия, мы прекрасно знаем о том, что очень мало они ходят. Вы были студентом, я был студентом, и зрители тоже. Мы это все знаем. Дальше, да. Следующий момент очень важный, то, о чем вы говорите, о менеджменте в больницах. Да, я с вами полностью согласен, но скажите, пожалуйста, когда вы руководитель медучреждения, и когда вы на автофинансировании, вы будете заинтересованы, чтобы к вам приходило больше живых денег, потому что та же услуга, как мы говорили, да, она из кассы стоит одних денег, платник платит совершенно другие деньги, и он эти деньги перечисляет здесь, на месте оплачивает. Это первый вопрос. И вы как руководитель, вы будете заинтересованы, чтобы эти деньги у вас уходили на обновление оборудования, технические вещи, ремонты и так далее и тому подобное. Поэтому я еще раз говорю о мотивации. Мотивация менеджмента в данном случае, уже берем высшее звено управления, она также будет в аккумуляции большего количества платных пациентов, потому что это необходимо его медицинскому учреждению для выживания элементарно. А когда мы говорим о реформе, мы говорим о том, что в первую очередь, если мы говорим о повышении цен, то мы должны сопоставить возможность пациента оплачивать это. Я согласен с вами, что вот консультация primary medical, обфризичли. Да, этого мало, потому что он учился 8-10 лет. Он вкладывал 12. В это образование десятки, я по минимуму говорю, да. Десятки тысяч леев и так далее и тому подобное, понятно. Но давайте мы будем исходить из того, что у нас есть на сегодняшний день, что у нас средняя заработная плата не по экономике, а в реальной намного меньше, что у нас идет уменьшение, что у нас те же сельхозники получают копейки и так далее и тому подобное. Есть момент того, сколько человек может заплатить, а не то, сколько эта услуга стоит. Я понимаю, что есть внешние обязательства. И я вам пример просто скажу, внешних обязательств. Сейчас вы слышали, педагоги, значит, вышли, учителя вышли на протесты по поводу низкой заработной платы. И мы все знаем, что на сегодняшний день правительство взяло паузу до 10 марта, чтобы подумать, откуда оно может, во-первых, аккумулировать эти деньги, а во-вторых, понять, сколько они могут дать учителям. И я вам скажу так, как оно есть на самом деле. Господин Брега говорит следующее, он говорит, коллеги, говорит, уедет делегация Международного валютного фонда из страны, говорит, мы будем думать, сейчас нам запрещают. Это все из одного звена. Domnule, vreau să revenim un pic la prețuri și vreau să revenim la ceea ce s-a întâmplat. Cel puțin colegilor noștri din media le-a trezit interes prețurile pentru reanimare. În formula veche erau 533 de lei din datele pe care le am, acum sunt practic 1000.
Vorbim despre accesibilitate, vorbim despre venitul concetățenilor noștri, vorbim despre salariul în agricultură, spunea domnul deputat. Cum vor putea fi acoperite aceste cheltuieli? Iarăși spun, dacă sunt acoperiți din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, ceea ce se spune că asta este, deci într-adevăr, deocamdată asta este, dar nu știu dacă banii ăștia vor ajunge ținând cont de aceste majorări, deci asta e tot un semn de întrebare. Da? Atunci, sigur că pacientul care este asigurat n-ar trebui să-și facă griji. Încă o dată revenim la subiectul ăsta. Dacă pacientul este neasigurat, da, el va plăti. Asta este adevărat. Avem reacția, de fapt, și a avocatului poporului. Spre exemplu, Mihai Cotrobai s-a autosesizat și spunea că, dacă vreți, este și un genocid până la urmă. Da. Eu nu știu cum să spun. Eu, în general, aș spune că tot ceea ce se întâmplă în țara noastră de ultimii 25 de ani, de când... Нет, речь идет, я прошу прощения, о конкретном субъекте и о конкретной ситуации. Вот, пожалуйста, я вам... Eu sunt de acord cu ceea ce... Да, eu... Чтобы у вас тоже было. Mulțumesc. Да, vă rog. Faptul este că nu se poate schimba nimic în sectorul de sănătate dacă nu se schimbă la nivel global și eu cred că toată lumea este de acord cu lucrul ăsta. Și pe de altă parte, dacă noi astăzi nu vom avea grijă de personalul medical care este în Republica Moldova, cu siguranță ne vom pomeni mâine că nu vom avea, dar noi asta deja ne se întâmplă, că noi nu mai avem medici în sectorul de sănătate. Cei mai buni pleacă și pleacă pe un capăt din sistemul nostru de sănătate. Și asta este foarte rău, asta este pur și simplu strigător la cer. Eu nu știu ce este genocid în cazul ăsta. Atunci când nu vom mai avea medici competenți care să poată să îngrijească de pacienții noștri. Deci e foarte greu de spus. E foarte dual toată chestia asta. Cert este, totuși, eu nu vreau să cataloghez, dar cert este că această schimbare a tarifelor trebuia să se producă nu astăzi. Dacă s-ar fi produs treptat, probabil că nu am fi simțit atât de greu toată povara această financiară. Dar nouă nu ne ajunge la nivel înalt politic, nouă nu ne ajunge voință politică. Nouă nu ne place să facem reforme care sunt nepopulare, dar aceasta este reformă nepopulară. Domnule deputat, vă rog, avem 3 minute la dispoziție, rugăm să ne încadrăm. Все очень просто. Во-первых, я очень рад, что наконец-то вы пришли к нашему общему знаменателю. Вы сами сказали о том, что нам не охватили глобальные изменения. Маленький пример пенсионной реформы. Как они ее назвали на самом деле? Я не говорю, что там все плохо. Я говорю о том, что они пытались решить нехватку средств в фонде пенсионного страхования увеличением возраста. Это не решение проблемы. Мы оттягиваем ее. Это первое. Второе, то, что мы экспунка ну-ка нос домену. Да. Я говорю о аналогии проведения реформ, то, о чем вы говорите. Я согласен, но это должен быть профессиональный детальный анализ с учетом и международной практики. Но самое главное, нужно понять наши экономические показатели. О том, почему у нас массовый исход молодых специалистов, почему у нас средний возраст доктора за 55. Почему так происходит? Почему у нас сегодня в системе образования 28% работающие пенсионеры, которых просят... Коллеги, вернитесь, некому учить детей. И такая ситуация этот год, да, медуниверситет. Или 50, или 60 человек устроились в систему здравоохранения. Все остальные уехали, потому что в России и в Румынии зарплаты в долларах и суммы большие. И мы это видим. И нет стимуляции. Нет стимуляции и то, потом и жилье, и так далее, и тому подобное. И массовый исход, он будет обязательно продолжаться. Поэтому. Почему? Потому что, когда мы говорим о реформе, мы должны говорить не просто о тексте, как это произошло с пенсиями. Простой текст, который был принят для того, чтобы он был принят. Да? То есть, потому что есть директива УЕ номер и так далее, и тому подобное, что нужно выполнить, потому как у нас есть дорожная карта и соответствующий план действий. Мы должны подходить к этому очень и очень профессионально. И оглядываться на наших граждан. Не смотреть то, что, почему, не смотреть на те условия, чтобы выполнить быстрее, чтобы получить 179 миллионов долларов, да, как нам сейчас дали, а смотреть, что у нас минимальный прожиточный минимум какой, смотреть на то, что у нас 90% пенсионеров живет ниже потребительской корзины, меньше 1000 лей, смотреть то, что у нас массовый исход ежедневно 106 человек уезжают, и это ПМЖ.
и это не просто трудовая миграция, смотреть то, что у нас в стране меньше денег, люди не зарабатывают, повышать услуги. Я понимаю, никто бы ничего не говорил сегодня, если бы были бы достойные заработные платы. Это к вопросу о глобальной реформе. Домнule, вот на ставку. О întrebare de concretizare. Astăzi, domnul Bătrâncea spunea că va înainta o moțiune simplă de în Parlament împotriva doamnei ministru al sănătății. Urmează să se întâmple în viitorul apropiat acest lucru? Cereți demisia doamnei ministru? Да, конечно, никто от этого не отказывается. Завтра мы обязательно пригласим ее на слушание, чтобы она отчиталась, как минимум объяснила ситуацию, потому как сегодня, я вам честно скажу, у нас было заседание комиссии, очень коротко с учетом нашего времени, нашей профильной комиссии, но это не было заседание, это было такое техническое совещание. В 15.00 туда были приглашены все депутаты, пришли значит, руководители к нам, и была госпожа вице-министр Яшану. Я вам честно скажу, это был разговор без камер, то есть там могли говорить открыто, да, без того, чтобы потом нас критиковали или их критиковали. Вопросов не было. И задавали вопросы очень четкие мы. И спрашивали, почему-то, объясните логику повышения. Нам говорили, зарплаты повысились, хорошо. За это время, с учетом той методологии, которая была с 2012 года, три раза был перерасчет. Хорошо, мы увеличили здесь на 400%, 400% услугу. У меня вопрос, на 400% доктор стал получать больше? Если он стал получать больше, дай бог, чтобы это все было. И Мацеуни обязательно будет. Она есть, и завтра мы обязательно этим будем заниматься. Главное, чтобы это принесло результат. Мы надеемся, что завтра не только наша фракция поднимет этот вопрос, но поднимут и другие фракции. Я более чем уверен, что это будет. Doamna Unea, urmează să limpezească apele? Este o revoltă de moment? Lumea nu accepte niciodată, de fapt, majorări de preț? Ce urmează să se întâmple? Lumea nu acceptă acest lucru și este absolut de înțeles pentru că oamenii suferă și suferă foarte mult. Da? Dar pe de altă parte, eu n-aș vrea să fim populiști. E nevoie de reforme dureroase. Întrebarea este cine este capabil astăzi să facă aceste reforme. Dacă nu le facem, noi vom ajunge în continuare cu un exod foarte mare a oamenilor și a medicilor din sistem. Doamna Onea, domnule Nostalcu, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. La sigur vom reveni la această temă pentru că este una destul de stringentă. Stimați telespectatori, eu vă zic o seară bună, rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!